Скажу пару слов об вот этом вот красном треугольничке, который находится возле шкалы прокрутки, то есть того кадра, где мы находимся. Если его немножко растянуть, выдвинуть, то есть, то мы увидим то, как будет происходить анимация после этого момента. Вот. И когда мне это пригодилось, например, вот в этой сцене. У меня эта сцена очень длинная. Я не буду ее сейчас обратно прокручивать. Вот он там прыгнул, перепрыгнул, захватился, подхватился. И когда я работаю, например, с каким-то моментом, вот в этом эпизоде, и что-нибудь там изменяю. Например, я хочу, чтобы он отцепился от этого предмета немного раньше. И чтобы заново не включать просчет имитации, я могу приблизительно посмотреть, как будет выглядеть это место. То есть, грубо говоря, экономит немножко время этот